Сбил человека на пешеходном переходе. Наезд произошел на улице Бабушкина вчера вечером. Водитель Toyota Carib не успел затормозить, так как один из пешеходов буквально выбежал на дорогу. Известно, что пострадавшему 32 года. В результате данного дорожно-транспортного происшествия мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Мужчина был освидетельствован, результат был отрицательный, был трезв на момент ДТП. Необходимо отметить тот факт, что ранее мужчина уже в этом году привлекался сотрудниками госавтоинспекции за непредоставление преимущества пешехода. По данному факту сотрудники автоинспекции будут проводить расследование. А вот причины следующей аварии очевидны. ДТП в 110-м квартале. Сегодня утром дорогу не поделили грузовик «Бетономешалка» и легковой «Ниссан». Последний решил идти на таран, невзирая на дорожные знаки. Половину вот таких вот балбесов я бы половины права забирал. Представляете, едешь, иду по своей полосе. И тут резко вылетает, я по тормозам, то что бетон, он же жидкий, в бочке происходит гидроудар бетона об бочку, и меня ложит на бок, вот и все. В результате ДТП пострадал водитель иномарки, его с места аварии доставили в БСМП. Что касается второго участника, все, что было в цистерне, а это 2,5 куба цемента, вытекло на дорогу. Кража под прикрытием. Обычная просьба сделать телефонный звонок обернулась кражей, причем 18-летняя девушка своровала мобильный телефон у своего же знакомого. Ущерб, правда, небольшой, около 5000 рублей. Тем не менее, полицейским оперативно удалось задержать воровку. Украл у мальчика телефон. Как распорядилась похищенная? Я не знаю. Что? Куда дела телефон? Я сдала в скупку. Вину признаешь? Да. Содеянным раскаиваешься? Да. Потерпевший узнал девушку по фото в базе МВД. Органами дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража Уголовного кодекса Российской Федерации». Борис Адыпов, Юлия Пермякова, Баток Гармын. Новости дня.